Всем добрый день! Сегодня у нас небольшая распаковка. На этот раз пришло стекло, закаленное непосредственно для камеры смартфона Asus Zenfone Max Pro M1. Для того, чтобы защитить ее, поставляется вот в таком варианте. Как обычно, пришло в сером пакете. Непосредственно внутри находились следующие объекты. Сразу хочу сказать, что в комплекте поставки идут два стекла. Поэтому здесь продавец непосредственно положил две салфетки, как сухую, так и влажную. И два стикера для того, чтобы убирать грязь непосредственно с элемента камеры стекла. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Что находится внутри? Здесь понятно. Такой вот коробочки. Внутри непосредственно находятся два вот таких небольших стекла, которые крепятся на камеру смартфона Asus Zenfone Max Pro M1. Честно говоря, исходя из свойств, там написано очень много, что тут нанотехнологии и так далее. Но мне кажется, что это все для того, чтобы продать, чистый маркетинг. Но давайте посмотрим, что получится. Причем даже непосредственно в самом описании говорилось о том, что увеличивается контрастность. Но как бы этому верить тоже, как говорится, бабка надвое сказала. Давайте сейчас посмотрим, как это все разместится непосредственно на камере смартфона. Давайте устанавливать и смотрим. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно. Всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.